Казанском федеральном университете прошел международный исторический диктант «Диктант Победы». Участники мероприятия отвечали на вопросы, касающиеся событий Великой Отечественной войны. «Диктант Победы» – это та акция, в которой Казанский федеральный университет принимает ежегодно. Вновь сегодня университет открыл свои двери на 4 площадках. Конкретно в данной аудитории к нам пришли еще обучающиеся музыкальные школы и спортшколы. Участников на момент старта диктанта было 325 человек. Это именно у нас на площадке Казанского федерального университета. В историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны приняли участие все желающие. Данное мероприятие помогло участникам оценить свои знания истории Великой Отечественной войны. Им предстояло написать диктант в форме теста, который включал в себя 25 вопросов. На данном этапе, то, что я проходила эту акцию, я осознала то, что у меня очень упало знание истории, и я осознала то, что надо еще более допытывать себя, изучать больше, смотреть больше. То есть сегодняшнее мероприятие показало мне то, что я слегка протупилась в этих знаниях. Диктант Победы – важное мероприятие, которое пробуждает и воспитывает в нас патриотические чувства. Также стоит отметить, что Казанский федеральный университет регулярно проводит подобные мероприятия. Это помогает пробудить интерес людей к знанию истории своей страны, своих исторических корней. Отметим, что впервые диктант Победы провели 7 мая в 2019 году. После этого было принято решение о ежегодном проведении акции. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.